Первым вопросом повестки дня вчерашнего планерного совещания в районной администрации стала ликвидация последствий шквалистого ветра, скорость которого достигла 30 метров в секунду. Глава района Заур Хамирзов, выслушав подробный отчет начальника отдела по делам ГУ ЧС Николая Зверева о состоянии дел на пострадавших территориях, поручил ответственным лицам совместно с ресурсоснабжающими организациями устранить все последствия стихии в оптимально короткие сроки. Немаловажным вопросом продолжает оставаться необоснованный рост цен на непродовольственные товары и продукты первой необходимости. На регулирование цен направлены и еженедельные ярмарки в районе. Так, участниками совещания было отмечено, что на прошедшей в минувшую субботу ярмарке цены значительно отличались от магазинных. В частности, растительное масло «Мамрука» продавалось по 100 рублей за литр, как и свежие огурцы. На 15% ниже рыночной стоимости продавались и остальные продукты питания. Отдельное внимание глава района уделил проведению субботников на территории района, а также расчистке лесополос от лишней растительности и побелки деревьев. По остальным вопросам повестки дня глава района также дал соответствующие рекомендации.